Здесь работал Винни-Пух, мэр города Владивостока. Это красивое место, самое красивое место в городе Владивостоке принадлежит маме Винни-Пуха. Она купила его за 20 миллионов долларов. Всю жизнь копила. А это рабочее место губернатора края, самого знаменитого, Сереги Шепелявого. Сидит где-то в Москве сейчас. Он друг Владимира Владимировича Путина. Поэтому сидит, но в Москве. Вот это, друзья, общественный туалет, который находился рядом с домами, где работали Винни-Пух и Серега Шепелявый. Но они в этот туалет не ходили. Они здесь не сосали. Они ездили сосать в Москву к Владимиру Владимировичу. С чемоданчиком, говорят. Два раза в год сосали. Но это народная мудрость, говорит. Я лично не в курсе. А народная мудрость всегда верна. Хочешь сосать, бери чемоданчик и едь в Москву.